Здорово, ребята. Соскучился, по-моему. Да давайте поздоровимся, потом пофоткаемся. Не видели, что ли? Привет. Как дела у вас? Великолепно. У вас как дела? Великолепно. Сейчас лучше стало еще. Солнышко, Москва. Лыс, ну как дела, Лыс? Ну, сетя лючи, мой друг. Соскучился из-за того? Да, конечно. Здорово. Как, в Мерис идем? Сейчас идем. Да, все хорошо. Как сам? Отлично. Нормально. Ты как? Да пойдет. Передать. Мне? Да. Почему мне? Вы нарисовали, написали на конверте Ивану. Давай видео. Кнопка я нажимаю. Да, да. Да, ты Антонович? Да, за ним. Все, все вопросы. Что ты делаешь? О, как размещение по всем остальным. Телефон мой есть, стал включить. Подумать, как там обратно полететь, куда тебе надо, чего хорошо. Прилетаем. Ну, там сейчас скажем информацию, что сейчас не загружать. 9 числа, 8 числа прилетаем. Сам. Приветствую всем. Ага. О, отлично, спасибо большое. И можно? Да. Прикольно. Тут, конечно, не такие банки, но ладно. Сделали футболку специально бомбардирскую. Как лучше бы нападающим? Да. Ты сейчас спустишься? Да. Ну, я сейчас все тут, наверное. Что, быстро? Всем привет, привет, привет. Здравствуйте. Привет, привет, Стасик. Тебе ребятишки из футбола в школе передали очень много личных рисунков. Прикольно. А что берет впереди, всегда в гол забьет. Прикольно, прикольно. Все, посмотри. Спасибо большое, очень приятно. А куда они, на почту присылают? Да, да, Андрею Мостовому. Да, я девчонка, я люблю футбол, хожу на стадион. Мне по сколько лет, прикольно. Там написано. Первый раз такой у нас. Ну, это вот. Я? Почему четвертый номер? Второй Б-класс. Детская творчество. Прикольно, прикольно. Спасибо, спасибо. Трогательно. Все тебе на память. Спасибо большое. Так, ну все. Да, хорошо. Можете заселяться. Спасибо. Андрей, с приездом. Спасибо. Антон. Рад видеть. Здрасте, здрасте. С приездом. Спасибо. Всех рад видеть. Все, там принимать. Все, давайте. Да. Опа, нет, ну, но нет. Коль. Там не играет, да? Там этот Прох сейчас играет. Опорник. Опорник. Чего они спорят, вы? Да. Ты самый толстый все равно. Да? 9,6, братан. Дыхай. Ну, каждый раз лучше. Лучше? Каждый раз. Пум, пум, пум.
Понял, просто это работа. Неделя. Ну, когда видит сборную список, неделя, все. И да, это... нет. Нет, отвечаю. Не смеешь поверить. Нет. Поверишь на неделю? Вообще, вообще есть, нет. Вообще, нужно 3-4 недели. Чтобы сколько ушло? Процент уйдет за 3-4 недели? Да. Андрюш, надо работать. Да поврал. Давай. Так, у меня тоже, мне всегда лучше. Начинаем. Хоть на 0,2, 0,3, но лучше. Да? Не, ну тогда нормально. Два рука здесь. Вот здесь, да, давай. Окей. Давай, Ваня. И назад. И садим. Я вопрос кину? Окей. Восемь, два. Все спина. Я даже не прочитал. Сыри. И зад. Еще позади. Спина. Нет. И вот. Завтра ты пройдешь и... Я? Видей, видей мосту. Видей. Ленинграду не слышно. Окей. Все, меня на ручка, идем там и на 5 минутах. Поехали. Меня на ручка. Запекусь. Иди. И наверх. Давай, идем. Пам. Минута. У вас в команде кто за мост отвечает? Спорь. Массажист, Паша. Не, Бариус. Да, у меня же такая идиотская музыка. Просто главное, чтобы погромче было и все. В принципе, что у него в голове, да, такая музыка. Я что-то больше думаю. Ага, я тоже что-то сильно. Поближе можно? Шутка. Максимальное движение. Давайте, чуть-чуть, 15 секунд, 20. Нормально, легко, нужно. Да, еще, держи. Иди назад, держите. И здесь. Не, все. Еще. Спокойно. Да, идет. Ай, у меня ногу сломал. Ну, если ты еще не делал. Спокойно. Да. Вот так все. Держи. Так нормально. Да. Ага. Ну, ты деревянный просто.